хочу вас всех пригласить на наш спектакль «Русский крест» по поэме Николая Мельникова. История о простой деревне, о мужике, который потерял веру, вернее, у которого ее просто не было. Она ему была не нужна. Но в какой-то момент он понял, что больше так он жить не может. Ему нужно было найти, на что опереться в этой жизни. Это история о поиске Бога внутри самого себя. Я вас приглашаю на это замечательное действие, на этот спектакль. До встречи.